вот стоят. О, подготовка началась. С датами определились. У нас дети едут с 5 июля по 11 июля, а с 12 по 18 июля едут подростки. Ты едешь? Еду. Молодец. Главное приключение лета, гора Преображения, ждет вас. Все засохло, некому ухаживать за растениями. Растения — это не про меня. Друзья, может, это будете вы, кто придет в церковь и начнет поливать растения, чтобы вокруг все стало зеленым. Мы ждем вас. Лиза, а ты ходишь на домашнюю группу? Нет. Как? Ты еще не ходишь на домашнюю группу? Нет. Ну тогда я тебя приглашаю. О, спасибо! Обратите внимание. А еще у нас